бесится, что у него много жен было, но это прекрасно. Налево по ходу вашего движения. Победительная просьба проходить и не задерживаться. Наверное, им показывают. Должен сидеть! Расул Мирзаев должен сидеть! К сожалению, в нашей стране повелось убивать деятелей, которые не согласны с курсом. Немцов – это символ России, один из лучших людей России, считаю. В России давно не было каких-то акций публичных, когда можно было пообщаться с людьми, услышать какие-то разговоры в толпе. Мне это тоже всегда интересно, потому что, ну, мне лично хочется жить в каком-то более-менее демократическом государстве.